Выставки известных актюбинцев проходят в Москве. Мероприятие было организовано в рамках торжественного приема по случаю Дня независимости Республики Казахстан. Выставку оригинальных скульптур из серебра, стали и натуральных камней скульптора Марата Габдрахманова и коллекцию заслуженного деятеля искусств Рауля Мирхайдарова посетил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. На торжественном приеме выступил ансамбль «Арайлы Актубе», областной филармонии имени Газизы Жубановой и ансамбль «Акку».